ее невероятная чувственность, ее любовь к миру, к мужчинам и в конце концов к себе достойна только восхищения. У нее была очень сложная судьба, полна страданий. Она была женой и матерью врагов народа. Первого ее мужа расстреляли, третий ее муж погиб в лагере, а ее сын в общей сложности провел в заключении более 10 лет. Сегодня я буду читать ее стихотворение, которое могу прочувствовать на своей коже. Долгим взглядом твоим истомленная, и сама научилась томить. Из ребра твоего сотворенная, как могу я тебя не любить. Быть твоей сестрой отрадной, мне завечно древней судьбой, а я стала лукавой жадной и сладчайшей твоей рабой. Но когда замираю, смиренная, на груди твои снега белеют, как ликует твое умудренное сердце солнце отчизны моей.